Дневник ландшафтного архитектора – это уникальный телевизионный проект. За один летний сезон под прицелом телекамер с нуля создается обустроенный участок. Земля площадью 10,5 соток находится в коттеджном поселке. На территории минимум коммуникаций и готовый дом в стиле Фрэнка Ллойда Райта, автора знаменитого «Дома над водопадом». Здесь будут жить 4 человека – родители с двумя дочками. У этой семьи уже есть обустроенная дача в деревенском стиле, поэтому здесь решено было создать своего рода квартиру на природе. Главным пожеланием хозяина было максимум мощения, минимум ухода. Итак, нам предстоит сделать участок лаконичным, но современным, удобным и привлекательным. Шаг за шагом мы будем двигаться к воплощению проекта ландшафтного архитектора, по пути раскрывая все профессиональные секреты. Мы уже выровняли перепады высот на участке, создали систему водоотведения, возвели подпорные стенки и замостили нужные зоны. Сегодня поговорим о том, как выбирать отделочные материалы для сада. Это программа «Дневник ландшафтного архитектора». Меня зовут Татьяна Веденеева. Здравствуйте. Я напоминаю, что мы обустраиваем наш участок с нуля и всего за один сезон. Сначала работ уже было сделано много, и мы можем представить, как наш участок будет выглядеть в финале. И, конечно, сейчас уже понятно, что лицо нашему участку создают определенные отделочные материалы. И для того, чтобы это лицо оставалось долго максимально красивым, мы должны выбирать отделочные материалы с умом. О том, как правильно это делать, мне расскажет сегодня мой постоянный соведущий, ландшафтный архитектор Дмитрий Бородавкин. Дмитрий Бородавкин, ландшафтный архитектор, выпускник Санкт-Петербургской школы садово-паркового искусства. За время обучения успешно освоил курс дендрологии, рисунка, проектирования садов и парков, почвоведения. На сегодняшний день его опыт работы более 20 лет. За это время Дмитрий прошел путь от рабочего озеленителя до руководителя ландшафтной мастерской. В его портфолио работы над государственными и частными заказами, а это десятки ухоженных садов и узнаваемый стиль. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Что входит в понятие отделочных материалов? Понятие отделочных материалов входит в те материалы, которые, если сказать просто, те материалы, которые создают нам красоту. То есть в данном случае мы увидим мощение, оно сделано отделочным материалом, клинкерной плиткой. То есть какие еще отделочные материалы помимо клинкерной плитки используются на нашем участке? Это могут... Вот конкретно на нашем? На нашем участке это будет еще есть вот залитый декоративный бетон. И еще у нас будет использоваться плитка для отделки подпорных стен. То есть у нас все отделочные материалы получаются керамические? Да. Но вот вы часто заказываете отделочные материалы, все-таки вы постоянно работаете с ними. Много ли существует баз, где продают некачественные материалы? Встречается. Это не так часто. Но встречается. А вот чем чревата покупка некачественного материала? Ну, то, что срок службы, во-первых, будет очень маленький. А во-вторых, если, например, мы вот будем говорить о той же клинкерной плитке, если получится так, что мы закупили некачественный материал, это может быть или нарушение технологии, или использование старого оборудования. Так вот, в первом случае мы получим хрупкий клинкер, который будет у нас ломаться, который к нам приедет уже сломанным, с отбитыми краями, уголками. А во втором случае мы получим, например, несостыковку форм. То есть, если старое оборудование, да, там будет все кривые. Да. Придется очень много подрезки делать, что тоже тянет сильно ценовую политику. То есть все равно нужно знать, в итоге, где ты заказываешь материал, нужно доверять производителю, нужно, чтобы он был проверенный. С которым ты уже давно работаешь. Угу. Ну, не будем, как говорится, вдаваться в теорию, перейдем к практике, тем более у нас есть возможность съездить в один из магазинов, где такой материал заказывается, просто не для рекламы, а для того, чтобы на примере показать, на что обращать внимание при выборе отделочных материалов. А пока еще 2 минутки, я предлагаю посмотреть сюжет с основными советами по выбору отделочных материалов. В
Выбор отделочных материалов в магазинах и на интернет-сайтах сегодня настолько велик, что сориентироваться самостоятельно в цене и качестве довольно сложно. Можно поручить закупку материалов той фирме, которая занимается обустройством, но даже при этом условии стоит знать основные вещи об этом товаре. При выборе строительно-отделочных материалов, будь то клинкерный кирпич, тротуарная плитка, сухие смеси, важно обратить внимание на фирму-изготовителя и саму технологию производства. Например, если вы покупаете краски, лаки и мастики, не стоит брать те, которые содержат поливинилхлорид и пенополиуретан. Это говорит о низком качестве материала и его неэкологичности. На подобные товары у магазина должно иметься санитарно-эпидемиологическое заключение, в котором указана степень токсичности. Еще одна рекомендация – не выбирайте материалы лишь по их внешнему виду. Скажем, при покупке тротуарной плитки нужно знать о ее двух разновидностях. От них будет зависеть ее предназначение. Итак, тротуарная плитка бывает вибропрессованная и вибролитая. Вибропрессованную лучше использовать, если по вымощенной поверхности будут ездить автомобили. Если же вы хотите выложить плитки дорожки в саду, лучше отдать предпочтение вибролитой плитке. Она выдерживает меньше нагрузки, но при этом в этом классе большой выбор фактур, форм и цветов. Покупая плитку, хорошенько осмотрите ее. В случае с вибропрессованной и слитой плиткой, блестящая поверхность говорит о том, что при производстве в бетон ввели либо специальные добавки, либо дополнительную воду. Причем, если добавки улучшают бетон, то вода ухудшает прочностные характеристики изделия. Проверить качество плитки можно, ударив одну плитку о другую. Если звук при ударе звенящий, то плитка качественная. Глухой звук говорит о переизбытке воды. Излишняя насыщенность цвета дешевой плитки говорит о переизбытке красителя, что также негативно влияет на прочность изделия. Еще один популярный сегодня облицовочный материал – это камень. При создании рокария или альпийской горки часто используют гранит или сланец. Дизайнерами ценятся крупные камни с углублениями, в которые можно высаживать растения. Для подпорных стенок, отделки забора или миксбордера подойдет песчаник или известняк. Эти материалы выглядят декоративно и хоть и поддаются выветриванию, но все же служат долго. Популярный сегодня материал – клинкерный кирпич. Это сравнительно недорогой и экологически чистый материал. На рынке представлено много вариантов. Чтобы выбрать подходящий именно для вашего сада, нужно, во-первых, определить назначение дорожного клинкера. От этого будет зависеть толщина кирпича и тип основания. В обустройстве пешеходных дорожек достаточно толщины 30-45 мм. Дорог с движением транспорта – от 52 мм. В зависимости от нагрузки на поверхность, подоснова под мощение. В пешеходной зоне достаточно щебнистого основания. Ну а на подъездную дорогу к гаражу и парковке необходимо бетонное. Дмитрий, вы мне всегда говорите, что по каталогу отделочные материалы выбирать не стоит. Поэтому мы приехали сегодня в офис компании, где мы можем увидеть и потрогать то, что в итоге купим. Но все-таки расскажите, почему это же так удобно? Здесь красивые картинки, большой выбор. Давайте начнем с того, что для чего вообще существует каталог. Когда вы берете каталог, вы можете ознакомиться с продукцией, которую выпускает конкретная компания. Какие элементы в данном случае кирпича не выпускают, где вы это можете использовать, каких размеров. А затем, когда вы уже начинаете переносить это в натуру, сравнивая с проектом, вы обращаете внимание на цветовое решение клинкера, который вам нравится. Вы можете здесь его выбрать, а затем приехать в компанию и посмотреть его в натуре. И вот что получится. Вот, например, нам понравился вот этот цвет. Угу. Мы на нем стоим. Угу. Это вот этот, да? Да, это вот этот цвет. Вот он какой, показан в каталоге. Угу. И вот вы можете посмотреть, что вы видите в натуре. Ну да, немножечко отличается, действительно. Поэтому для того, чтобы выбрать качественно отделочный материал, который вы будете использовать у себя на участке, вы обязательно после того, как познакомились с каталогом фирмы, выбрали размер, который вам устраивает, примерный рисунок, вы приезжаете в фирму, где есть шоу-рум, и смотрите в натуре, как выглядит этот кирпич. То есть сразу заказывать партию не стоит? Просто да, у вас будет очень большое разочарование по цвету, когда увидите его на улице, и даже при солнечном свете. То есть еще и заплатив за это уже большие деньги, наверное, вернуть нельзя будет обратно, да, эту партию? Ну, конечно, потому что такие вещи, они делаются под заказ. Ясно. А какие вообще сейчас материалы чаще всего используются при, не знаю, как это называется, при внешней отделке?
в экстерьере. В экстерьере, да. В экстерьере. Сейчас на рынке популярность возрастает клинкера. Почему? Сейчас мы все стремимся к натуральному. Клинкер – это натуральный материал. Более того, клинкер – это материал, который прослужит вам годы. С ним может сравниться только гранит, шунгит. Но вот при реставрации, например, летнего сада отрыли часть территории около дворца, угу, который 300 лет, угу, и там до сих пор сохранилось клинкерное покрытие. Да вы что? Более того, если вы гуляете по Петергофу, то гуляя по набережной Финского залива, вы тоже гуляете по 300-летнему клинкеру и можете представить, какую нагрузку он испытывает, когда каждый сезон там проходит толпы людей. Ну хорошо, помимо вот этого уже знакомого мне клинкерного кирпича, какие-то еще могут использоваться кирпичи в мощении? Да, если мы посмотрим каталог, мы увидим еще различные формы кирпичей, и я объясню, для чего они существуют. Угу. Например, начнем с такого кирпича. Если у вас есть цветники, или вам нужно задать контур дорожки, угу, то вы можете использовать вот такой клинкер. У него есть выемки, и если мы положим на поверхность, угу, то в этой выемке мы можем поворачивать этот клинкер. И у нас происходит плавный изгиб, угу, дорожки. Вот такой клинкер используется для мозаики. Он выглядит цельным, на самом деле у него есть отверстие, есть нарезка. Угу. Если его разбить, он превращается вот в такие маленькие кусочки. Если использовать еще и клинкер разного цвета, то с помощью вот таких вот кусочков делается мозаика клинкерная. Угу. Вот. Более того, если мы положим вот такой кирпич целиковый, мозаичный, через некоторое время у него появятся мелкие трещинки. И это даст эффект состаренного покрытия. Угу. Еще используется вот такой клинкер. Там, где требуется дополнительный отток воды в дренажную систему, вот как раз таки выкладывается таким клинкером, у него есть отверстие, через которое быстрее вода уходит вниз. Это, например, можно использовать у себя на садовом участке, где у вас мойка автомобильная. Вот. И если у вас хороший дренаж, то вполне можно использовать такое мощение, и вода будет быстрее уходить с мощения. Любая дорожка должна иметь бордюр. Помимо бетонных бордюров, помимо из натурального камня, из клинкера также сделается бордюр, бордюрный камень, который используется по краям нашей дорожки. Ну вот это основные виды клинкера, которые еще используются. Хорошо, то есть вот это тоже разновидность клинкера? Нет, это бетонное изделие для мощения территорий. Мы видим форму плитки классика, которая позволяет также, если у нас очень много радиального рисунка, то вот такая форма, она идеальна для радиальных рисунков, потому что без подрезки можно с небольшой расшовкой делать повороты, и мы в итоге получаем радиальные рисунки на мощении. Ну, Дмитрий, я думаю, хватит теории, давайте проведем эксперимент по выбору. Давайте, интересно. Ну, Дмитрий, я перед вами ставлю задачу. У нас цоколь дома будет отделан вот таким камнем. Какой клинкер мы к нему подберем? Ну, для начала, во-первых, сначала делается все это на визуализации. Там мы уже можем примерно представить цвета, какие нас устраивают. Скажем, мы остановились на этом камне, мы приезжаем с образцом непосредственно в компанию, в которой продается клинкер. Из множества образцов выбираем все подходящие. И дальше мы можем примерно смоделировать то, что у нас будет находиться перед этим цоколем. Что у нас находится сначала перед цоколем? Отмостка дома. Всегда. Отмостка дома, она порядка 50-60 сантиметров. И эта отмостка дома должна биться с цоколем дома. Биться, что значит? Отличаться по цвету? Отличаться. По цвету. Нет, как раз таки она должна быть одинаковой. Одинаково. Вот я подобрал по цвету такой клинкер. Угу. Ну да, тоже светлый, немножечко в другой цветовой гамме, он потеплее, чем камень, да? Конечно, так как у нас натуральный камень, мы 100% сходства не найдем, но приблизительное сходство у нас должно быть. После отмостки у нас идет ливневой канал, если он требуется по проекту, будем рассматривать его, как, что он у нас возможен. Если мы делаем ливневой канал,
из клинкера, то самый доступный клинкер на самом деле вот такого цвета бывает. Угу. Красновато-коричневого цвета. Под заказ можно сделать, опять же, другие цвета, но вариация очень небольшая цвета. Но будем исходить из того, что вот у нас есть такой, и мы подбираем дальше. Хорошо, я согласна, мне нравится, как заказчику, владельцу своего дома. Но как ландшафтный архитектор, как ландшафтный дизайнер, в данном случае я вижу, что цвета не бьются. Этот наш коричневый цвет имеет очень резкий контраст. Значит, в данном случае, если нам требуется все-таки именно вот этот, ливневка, то, что вам нравится, я должен придумать, как подобрать цвет, чтобы они слились воедино. Я опять по образцам подобрал переходные. Вот нашел такого плана клинкер, у которого есть и теплый красный, и желтоватый цвет, который бьется с предыдущим слоем. Поэтому следующий ряд у нас будет идти Вот этого клинкера, вот этого такого клинкера. Цвета. Да. Угу. Вот. После чего наша отмостка уже переходит плавно в яркий ливневой канал. Ну и если предположить, что у нас дальше будет дорожка, то, скорее всего, она должна поддержать ту же цветовую гамму. Поэтому я подобрал вот такой клинкер. Угу. Но у нас получается светлое мощение в итоге. Да, у нас получается светлое мощение. Более того, если у вас большая площадь мощения, она должна быть светлая. Потому что темное мощение, оно визуально сократит участок и сделает его тяжелым. Но в любом случае мощение, получается, должно быть светлым, потому что всегда хочется участок только расширить, даже визуально. Ну, бывают разные архитектурные решения, иногда требуется, наоборот, визуально сократить участок, замкнуть его на себе. Ну, в данном случае мы рассматриваем просто вот как модель построения к цоколю вот из этого камня. Хорошо, я поняла. Но все-таки мы сегодня говорим о том, как выбрать отделочные материалы и к какой категории, Дмитрий, относятся вот эти кирпичи. Это стеновой отделочный кирпич, из которого мы как раз-таки получаем красивую архитектуру нашего дома. Но в данном случае выбор этого кирпича нас постольку касается, потому что это работа архитектора, который строит дом. На что мы должны обратить внимание при выборе клинкера, который мы используем в мощении? Возможно, что какие-то цветовые решения со стены дома мы будем тоже переносить на мощение основное у дома. Как мы поступаем на нашем участке коричневые элементы, переносим в мощение коричневых кирпичей на участке. Ну вот сейчас очень полезная информация в следующем сюжете о том, как правильно рассчитать количество отделочных материалов, которые мы будем в дальнейшем покупать. Количество отделочного материала зависит от его вида. Например, клинкерный кирпич покупать достаточно просто. Он продается в метрах и берется по количеству площади мощения, плюс 10% на бой и подрезку. Ну а при использовании рваного камня запас материала может доходить до 100%. Дело в том, что для красивой компоновки такого камня нужен большой выбор, поэтому его берут в два раза больше площади отделки. Дмитрий, с материалами для мощения мы разобрались. Теперь хочется понять, как правильно выбрать черепицу. Это ведь она, я ее узнаю? Да, это черепица на крышу дома. В каких случаях ландшафтный архитектор занимается этим. Если требуются дополнительные какие-то постройки, если у нас планируется появиться беседка около дома, хозпостройка какая-то, то железное правило, что крыша на этих дополнительных постройках должна быть точно такая же, как на доме. Вот. В данном случае вот мы рассматриваем, если керамическую черепицу, то должны обратить внимание, что она бывает натурального цвета, когда не бликует. Вот, который приближен к состоянию глины. Да. Ну, примерно. Здесь все равно тоже с покрытием есть. Вот. А то, что мы видим, вот, на стыках видно натурально. А то, что мы видим, это уже защитное покрытие, которое как раз-таки увеличивает срок службы этой плитки. Она меньше впитывает влагу, и на ней не образуется грибок. Что стоит обратить
Эта черепица гораздо тяжелее, чем обычный материал, который используется на крышах. Поэтому соответствующая должна быть серьезная инженерная подготовка, стропильная система продумываться, в том числе и на беседке тоже. А при расчете, какое количество черепицы нужно покупать? Там, наверное, какие-то немножечко иные формулы используются. Может быть, больше нужно закладывать ее в бюджет? Если у вас, скажем так, крыша порядка 100 квадратных метров, то вы должны иметь в виду, что не менее 30% черепицы уйдет на подрезку. А если у вас есть какие-то выступы башенок и еще что-то, то это потребует дополнительных затрат. Хорошо, там тоже интересные материалы. Пойдемте туда. Вот это что? Это ступени керамические. Ну, то есть облицовка для ступеней, да? Да, да, да. То есть если у нас, опять же, все делается в керамике, как, например, на нашем же участке мы делали керамический клинкер на мощение, то и ступени мы поддерживаем тоже керамик. У нас на самом деле не такая плитка будет использоваться, но тоже керамическая. И важно обратить внимание на что. Есть керамическая плитка. Обычно к плитке есть керамический облицовочный кирпич на стену такой же цвета коллекции. То есть это все можно подобрать, потому что мы здесь видим несколько вариантов цвета одного рисунка. Вот. Ну да, то есть разнообразие достаточно... Разнообразие есть. Да. А также к нему есть плитка, которая у нас будет лежать дальше ступени и под ступенок. Вот. Хотя не обязательно под ступенок должен сочетаться непосредственно с плиткой на ступени. Вот. Но, в принципе, если нам требуется по архитектуре одинаково, то мы можем подобрать и под ступенки тоже такого же цветового решения. Но вот мне кажется, что эта облицовка, она достаточно хрупкая. Если я что-то уроню тяжелое, на нее не расколется ли эта плитка? Расколется, но это по такому же принципу, что тогда в доме не должно быть стекол. Потому что если вы кинете в них что-нибудь тяжелым, они разобьются. Вот оно что. То есть в любом случае, дорогие друзья, нужно быть максимально аккуратными при обращении с имуществом не только внутри дома, но и снаружи. Ну и сейчас я предлагаю посмотреть сюжет о том, что нужно делать, если ваши права как потребителя нарушены. Если вы купили некачественный товар, как все-таки можно его вернуть или и вернуть свои деньги? Когда отделочные материалы покупает ваш подрядчик, он несет ответственность за их качество. Это означает, что если, например, плитка пришла на участок со сколами, заботиться о замене должен подрядчик. Если же вы заказываете материалы сами, следить за всем придется вам. Обязательно возьмите товарный чек, где должны быть указаны наименование товара, юридический адрес и название магазина или склада, дата продажи, артикул, сорт и цена товара, а также подпись продавца. Если материал оказался некачественным, то вы имеете право предъявить претензию продавцу либо изготовителю. Это касается и таких случаев, когда материал не дожил до конца гарантийного срока по причинам, не связанным с нарушением правил эксплуатации. Ссылайтесь на статью 18 Закона о защите прав потребителей, согласно которой покупатель вправе выдвигать одно из 5 требований. Безвозмездно устранить дефекты, заменить товар на такой же, но качественный, заменить товар на аналогичный, снизить стоимость, либо вернуть товар в магазин с полным возвратом денег. В случае, если продавец считает, что дефект возник по вашей вине, назначается экспертиза за счет продавца. Правда, если будет доказана ваша вина, то вам придется оплатить расходы на ее проведение. Вернуть товар продавцу можно и просто потому, что вы передумали покупать именно эту плитку, или если вам привезли качественный товар, но не того цвета. В течение 14 дней по закону о защите прав потребителя вы имеете право на обмен товара или возврат денег, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. Правда, на материалы, отпускаемые по метражу, это правило не распространяется. И мы вновь на нашем участке. Дмитрий, можно ли на этом считать тему выбора отделочных материалов закрытой? С отделочными, да, мы закончили. Теперь надо приступить к посадочным материалам. Посадочные материалы, это я очень люблю, потому что это тоже очень красиво. Это что-то такое живое и что постоянно меняется. Но здесь нужно тоже обратить серьезное внимание на выбор посадочного материала, потому что можно купить очень дорогостоящие деревья, высадить их, а потом они возьмут и умрут, например. И очень быстро. Но я надеюсь, у нас такого не случится, и у вас тоже, если вы будете вместе с нами смотреть следующую программу, посвященную выбору посадочных материалов для нашего участка. С вами была я, Татьяна Веденеева, ландшафтный архитектор Дмитрий Бородавкин и программа «Дневник ландшафтного архитектора». Увидимся!
следующем выпуске дневника ландшафтного архитектора будем выбирать посадочный материал. Как отличить здоровые саженцы в питомнике? Можно ли предъявить продавцу претензии, если дерево погибло? Сколько кустарников купить для живой изгороди и на каком расстоянии друг от друга высаживают кустарники? Об этом и многом другом в следующей серии проекта «Дневник ландшафтного архитектора».